Веретенница ломка. Это ящерица без ног. Все ее называют медянка, ядовитая, рубят. Нет, это ящерица безногая. Водится в лесах. Это самка. Самцы более ярче. Вот можно приблизить, посмотреть, что у нее морда. Просто как у ящерицы. Но ног нету. То есть в ходе эволюции, как у змеи, ноги пропали. Но это все же остается ящерица. Она питается слизняками, червями. Вот такая вот часть. Так, сделаю, чтобы ближе. Она может укусить, но это не кусается. Вот, вот такая вот девочка. Молодая это еще. Особь. Не взрослая. Сейчас будем отпускать, чтобы не было стресса у нее, чтобы хвост случайно не отпустила. Бо они еще и хвост отпускают. Вот это получается вот идет клакивание, ну, жопа по-нашему. И вот это все остальное хвост. Вот, вот эта вся длина это хвост. То есть сама ящерица вот длина, а вот это больше длины тела, это все хвост, который она может отпустить. Так что лучше их не трогать. Если трогать, то знать только как. Хотя я когда первый раз взял, тоже у меня случайно отпустила хвост. И после этого я их беру очень-очень аккуратно. Как девочек. Вот такая вот ящерица без ног. Веретенница ломка. На все.